Организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР перед матчем Германия-Россия. Некоторые члены российской команды вспомнили слова и начали подпевать, кто-то пел современную версию гимна. Встреча состоялась еще 18 марта, но широкую огласку инцидент получил только спустя 9 дней. В гимнах СССР и России одинаковая музыка, автор Александр Александров, игра, проходившая в Кёльне, закончилась со счетом 57-3 в пользу сборной России. Победителем чемпионата Европы стала сборная Грузии, Россия заняла 4-е место. Самый спортивный телеграм, подпишись и будь в теме главных событий.